I think there is a profound efficiency, true simplicity. Первые слухи о новой модели iPhone SE мы запустили еще в конце прошлого лета, и теперь они нашли свое подтверждение в этих секретных рендерах и видео. Новый iPhone SE внешне не будет похож на iPhone X, что вполне логично, ведь iPhone SE позиционируется нами как бюджетное, а не высококлассное устройство. С выходом iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X Apple переключилась на использование стеклянных панелей. С появлением стеклянной панели новый iPhone SE будет визуально отличаться от предшественника и выглядеть более современно, подумали мы, и к тому же внедрили функцию беспроводной зарядки в наш новый бюджетный смартфон. Смартфон напоминает современный iPhone SE, включая металлическую рамку и невыступающую заднюю камеру. Также в устройстве присутствует сканер Touch ID и 3,5-миллиметровый разъем для наушников. Apple намерена продолжать использовать как можно больше старых элементов дизайна, чтобы минимизировать производственные расходы, просто добавляя обновления наподобие более быстрого процессора. Гаджет получит процессор A10, 2 гигабайта оперативной памяти и будет поставляться в двух версиях на 32 и 128 гигабайт встроенной памяти. Возможно, новый iPhone SE получит более крупный 4,2-дюймовых экрана, но это не точно. Мы в Apple хотим представить новинку на конференции WWDC 2018 года, которая состоится в июне. Но это, опять-таки, не точно.